В целом у нас около 7 тысяч состоит на учете. Мы не скрываем, что у нас 5148 на следующий день, но с учетом следующего результата будет меньше. У кого возникло право на подселение жилого помещения. И порядка 2,5 тысяч решений судебных. По объективным и чаще с объективным причинам в прошлом году произошел провал программы представления жилья. Но в этом году усилия властей всех уровней, правительства, Думы, привели к критике Вячеслава Ильича Володина. Она нас заставила все-таки повышать эффективность программы. У нас в бюджете 734 миллиона рублей ассигнований, поэтому с учетом в том числе и квартир, которые приобретались по 200-летним контракту, ну, в том числе как и ваши, мы планируем, что мы все-таки не менее 700-750 квартир в этом году вживую предоставим. В территории Саратовской области, в том числе порядка 200 Саратов. По Саратову в этом году это первая жеребьевка, если не брать там зимний, когда был переступление небольшое в январе. Там прям буквально считанные квартиры. В целом по городу на следующий день ситуация тоже не самая хорошая, в отличие от города Балакова. Средний срок ожидания по городу Саратова составляет 10-11 лет. Большая часть из вас была поставлена на учет в 2009-2010, а если в 2008 годах. Поэтому есть объективная информация о том, что правительство России будет со следующего года увеличивать объем ассигнований вместе с региональным бюджетом, невзирая ни на какую пандемию, что в течение 5 лет у нас такого позорного явления, как очередность, чтобы этого явления исчезло. Могу вам сказать, что с учетом тех цифр, что я назвал, в Саратове будут еще жилые помещения. Это Ленинский район, мы были, их осматривали, часть назад, микрорайон Ласточкин, там Ядинка. Значит, у вас сохраняется очередность, вот как она есть. То есть, если кто-то отказался, мы же не скрываем, значит, вы уже при следующем распределении приходите к тяжелому первому. Но если брать, вот, на мой взгляд, как человека, прожившего в Саратове 60 лет через месяц, как, вот я сам, дитё Заводского района, Юлия Михайловна спросила, мне вот там комфортнее. А тем более улица Артельная, сейчас, когда обустроили подъезд, там 5 минут до трамвая, там 10 минут до школы, там 10 минут до детского сада. Пожалуйста. Представиться, будет крутить барабан, доставать конверт. За несколько секунд до этого секретарь комиссии будет зачитывать фамилию. Тот, кто будет доставать конверт, будет его открывать, зачитывать адрес. Гроб четко и ясно. Если в зале будет находиться получатель этого жилого помещения, мы будем аплодисменты приветствовать. Я вам желаю счастливые семьи свои создать. И пансу везде, да, дай Бог, чтобы не только пользуются. Да. Так, Андрей, к главному нет претензий, может, у кого-то не честная, не любовь, там еще что-то не возражаете? Здесь? Елик, вставай. Здесь, да, Елик? Ну, вот как раз и крутите, когда лучше сесть в квартире. Улица Карьерная. Громко, молодой человек, чтобы все слышали. Город Саратов, улица Карьерная. Дом 2Б, квартира 154. Все, дальше что в доме квартиры? Квартира 78. Гриценко Вера Владимировна. Угу. Квартира 127. Тогда я Вера Владимировна. Сажина Шатилова, Виктория Руслановна. Квартира 103. Андрей, долго ли ждал квартиру? В общем, что скажешь вот про вот это мероприятие, про этот адрес? Все ну, квартиру я ждал недолго. В принципе, мне 18 лет исполнилось. Я собрал документы, все как и нужно. Вот, и можно сказать сразу. Мне предоставили такой вот шанс квартиру получить. Адрес вот где сейчас? Адрес где сейчас? Ну, конечно, я рассчитывал на другой, но самое главное – это крыша над головой. А адрес – это уже так, пустяки. Тоже нет. Дополнительное уведомление, фамилия, имя, что-то, подпись. Больше генды.